Искусственный обзор. Выставочный проект под таким названием запустил Северокавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В нем собраны работы, которые рассказывают об Осетии. Это и картины, инсталляции, фотографии и видеоматериалы. Все это взгляд людей, которые побывали в республике, и тех, кто живет здесь. Экспонаты рассказывают о крае, людях, о жизни. Их разделили на блоки. В экспозиции показан традиционный остинский свадебный обряд, яркая и разнообразная природа, самобытная культура. Региона. Проект представляет собой своеобразный гайд по Осетии. Составили его по структуре привычного путеводителя. Выставка продлится до 13 декабря. Здесь мы постарались восполнить или дополнить, может быть, информацию, которая так нужна и интересна сейчас туристам, которые в таком большом количестве стали приезжать в Осетию. И это работы из нашей уже достаточно большой коллекции. Несмотря на то, что мы не делали официального открытия в связи с сложной эпидемиологической ситуацией, мы очень рады каждому гостю и готовы встретить, рассказать, объяснить, показать.